Привет тем, кто и смотрит нас в записи, привет, кто смотрит нас онлайн. Всем добра, а мы начинаем первую атаку. Итак, бафнуться или не бафнуться? Вот в чем вопрос. А. Не, давайте лучше бафнемся, то если он нам кинет раскол, это будет жопка. Не. Ты линзы носишь? Не, я линзы не ношу. Но зрение не самое офигенное у меня. К примеру, да, если я выйду на улицу... Сейчас, секунду. Блин. Закинули раскол, он переключился. Это плохо. Это плохо. Попробуем снять бафы. Ускориться, сбалансится. И, ну, не хватит хп. Не хватит, конечно же. Его сейчас подхилят. Твою за ногу. Если выйти на улицу, ну, я не знаю, в метражах, как бы это сказать. Ну, к примеру, метров 20 от меня или 10-15, я уже могу не различить номер машины. Но мне надо будет уже прищуриваться там, увидеть. Да, там номер маршрутки, который, допустим, едет, я еще увижу без проблем. А вот номер машины уже, да, могу щуриться, чтобы смотреть. Компьютер? Да. Так-то я вблизи все прекрасно вижу, все зашибись. Нет еще каких-то вот таких вот прям четких проблем, что я уже нифига не вижу даже перед собой, там не вижу своего писюна в туалете. Так, давай с тобой сбалансимся. Следующее будем убивать Эритеша, потому что у него вся дамага идет от хп. Следовательно, мы ему крашим хпшку. Так. Слить катку? Не-не-не, сливать катку. Не-не, давайте мы с ним поиграемся чуть-чуть. Поиграемся, пошалим. Пока не зафейлимся. Так. Бафнемся. Так, сюда. Она в дестрое. Этот в дестрое. Поэтому сейчас мы им хпшечку хорошо так накрашим. Привет, Эклипс. Да, кстати, напомню, что в воскресенье у нас турнир. Ну, не у нас, а у китайцев там каких-то турнир. Ну, в общем, в воскресенье. И стрим мы начнем где-то в 14:00. На ютубе, на твиче, там уже смотрите, где вам удобно. И будем комментить, надеюсь, будет что-то интересное. Ну, обещают быть... Я не думал, что Арк сдохнет. Ну, ладно. Раская пьянка. Ретеш тонкий ни о чем. Вот 19 косарей получил, и у него вообще хп не осталось. Наверное, скорость хп-хп, так еще и... 1025 в плюсе. Да. Да, и печелипсы, все правильно. Ну и тестим Орделку сегодня. Ага. Что же она сделает? Нам бы шарика убить. Главное, чтобы он сейчас не напрок. Главное, чтобы... Он снял баф атаки. Обожаю эту тварь в защите. Просто дай ему бог здоровья. Вот. Какая ж тварь. Он мог снять иммунку, он мог снять шилд, купол. Он снял баф атаки. Красавчик, но прям... Надеюсь, хватит дамаги. 21. Ой, чё он так? Мы и купол пробили, и сверху 21, и он сдох? Ну, не знаю, моего шарика 20 тысяч в плюсе. Как бы он точно не сдох бы. Сольем атакбар. Так, заслипаем, да? Не? Давай сюда раскол. Нет смысла, блин. Давай раскол ему продублируй. Ой, хорошо. Хотя он в любом случае сдохнет, но хочет за собой забрать, видимо, пирата, да? Удивительно, что он его не убил. Убей. Нормально она ему просадила. Да. Так что вот так вот. Нормально она ему. Так, давайте выберем плюс 2. Так, плюс 2. Это неинтересно. Это тоже неинтересно, полусливная гильдия. Ну. Так, но это тоже не особо будет интересно. Сейчас я посмотрю, может плюс 0 есть какой-то кереш. А, кесех. Давайте ударим плюс 0 и плюс 3. Я так чисто для... Для фана, чтобы было... Ну, смотрите, плюс 3 вообще ничего интересного не. Да, я потеряю там одно очко, но пофиг. Давайте этого кесеха ударим. Кесех или не знаю, как его. Он типа быстрый, да? Мне 13 лет, и у меня зрение хуже, чем у тебя. Не, ну может у тебя врожденное что-то. Фиг его знает. Ну, мне-то 29, да, я за компом сижу кучу лет уже. Поэтому зрение именно портится из-за компьютера. Ведь вроде монитор нормальный, качественный, все, но все равно зрение садится. Старею, старею. Кого мы сюда возьмем? Давайте возьмем сюда Берника. Обгонит ли он пирата под лидеркой шарика? Вот в чем вопрос. Сейчас мы выясним. Возьмем Берника. Возьмем курицу. Где эта светлая курица? Теон Грейджой. И возьмем, конечно же, Люшена дамажного.
И надеюсь, Люшен убьет Зайрика. Надеюсь на это. Так, это домашний Люшен. Сейчас, секундочку. Да, это домашний Люшен. А сюда мы возьмем... О, здесь просто Аварис будет себя очень хорошо чувствовать. У меня есть очки нулевка. Так. Да, возьмем сюда Авариса. Мне кажется, он против всего этого воскрешения будет прям чудненько себя чухать. Аварис, Аварис. И кому ему еще добавить раскол? Давайте пирата возьмем. Надеюсь, он не скопытится первым, по крайней мере. Да, возьмем так. Я думаю, закатим. Да? Поехали. Сидят своих в интернетах, долбятся в жопу, да, надо. ГГ? Зайра, затупи, пожалуйста. Он деспайре! Он затупил, но он деспайре. Ну все, это ГГшка, да? Блин, не обогнал. Надо было другой пачкой, хотя... Зайра, спасибо тебе за шанс. Я дякую твоей маме за то, что она тебе вырастила, идиот. Так вот, короче, вы поняли. Изи, ребят. Изи. С тобой, блин, у меня есть гайд целый на то, какие здания качать для новичка. Зайди у меня в плейлист для новичков, и там даже зайди на мою страницу главную. Зайди вот на страницу главную, я тебе прямо сейчас гайд сделаю. Прямо сейчас сделаю гайд тебе. Как найти гайд на то, что ты ищешь. Смотри, моя страница. Так, текущий стрим там идет. И вот, смотри. Какие здания качать, куда тратить медальки с арены. Вот здесь вот. Вот все вот это вот есть. Вот основные мобы будут вот здесь вот. Так что найдешь здесь, как бы разберешься. Здесь есть плейлисты, как бы поищи. Ты можешь зайти вот, допустим, видео, плейлисты, а там уже все себе найти в любой папке, в которой тебе будет удобно. Итак, раскол. Раскольчик. Кого будем убивать? Шарика, но Аварис может все равно снять раскол. Это нам не надо. Но убьем ли мы сейчас Авариса? Ой, Авариса этого, вы поняли. Его светлого брата. У него лидерка на ХП. Насколько я помню, ГВшная. Адское клеймо. И у него фулл ХП. Ну попробуем. Главное три раза критануть. У него 84 или 85 шанса крита. Так, 10 тысяч. 14. И 18. Ну, без скиллов, наверное, нормально. Тем более по саппорту жирному. С базой почти 700. У меня еще Вуса походит. А сюда... Вряд ли у меня Аварис обгонит его перну. Но мы попробуем. Просто Вуса добьет этого парня. Какая разница, если пират все равно тупой. Пират все равно бесполезный. Бюджетненько, да? Так, и добиваем. 15 тысяч! Ай, я забыл, да-да-да. Нам же надо именно добить этим парнем. Ну ничего, это специально. Это, ребят, это калькулейт, это все просчитано. Изначально был план. Не снять раскол с себя. Так, и добиваем. 12, 12, 15. Нормально Вуса бьет, слушайте. Саппорт Вуса. Так, ну и плюс 3, потому что здесь, наверное, да, нет, ничего нету такого интересненького. Да, плюс 3, хотя бы очей не потеряю. Кого мы тут ударим, кто еще живой? Сюда пойдем. Или сюда пойдем. Или сюда пойдем. О, давайте против Рины поставим Арника, и пускай друг друга мучают. Привет, Саша. Пускай друг друга мучают, а сюда мы... Так, ну здесь Чоучика можно взять. Так, какого, верхнего, нижнего? Давайте верхнего возьмем. Так, Арник против Рины. Уф, что сейчас будет? А, да. Так. Ого, насколько мы быстрее. Ну и поехали на авто. Не критуй, не критуй, не критуй по ней. Все правильно делаешь. Не слушай ее. Правильно. И еще грабеж. И еще. Ой, сколько мы уже скрашили хпшки. Все, ее купол уже и не поможет. Отлично. Ни разу не кританул, красавчик. 16, у него 30 тысяч хп под лидеркой. Странный парень. Это же сколько у него? У него база больше десятки, да? Лидерка дает еще 1005, 15. У него в плюсе 15 тысяч хп. И то максимум, типа того.
Ладно, хорошо. И в следующую субботу мы будем открывать свитки, мы пройдем башню 15 числа и откроем все наши свиточки. Легу сегодня дособрали, может еще вторую успеем, две ЛДшки будет, еще куча цветных, ну и мистики, которые скопятся, так что в субботу все это взорвем. Всем удачного дропа!